Привет всем стратегическим жевжикам планеты Земля. Вы видите и слушаете главного жевжика Земли Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите на то, как я пытаюсь сделать Канаду великой в Sidmer Civilization 6 на последнем уровне сложности божество. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии где-то вот под видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. И я надеюсь, что в этой серии мы закончим или проиграем, или выиграем, потому что там народ и улетает у нас вот тут. По науке есть ребята и культурой. Ну, правда, вот Майя победить культурой я не верю, вообще, честно вам скажу. Не буду врать. Ну, религии вряд ли, кстати, а что у нас тут по религиям, мне просто даже интересно. Православие 28, протестантизм 34... Смотрите, Кри даже не укрепил буддизм. Он тупо распространяет, но даже не планировал укреплять. А зачем это распространяет? Он даже никакого бонуса не имеет с этого, что он распространяет его. Вот тупость. Ну, мой иудаизм 28. Ну и остальные такие маленькие. Так, я поставил выбор любой прокачки, да, у рок-групп. Давайте, наверное, этим пользоваться. Так, серф-рокеров, наверное, будем делать. Тоже надо как-то называть, наверное. Господи, как группа Хлывнюка называлась? Бумбокс. Черная посуда, белые обои. Или наоборот там было. Белая посуда, черные обои. И оно самое главное. Ой, у лузе червона калина похилилася. Нечто наша славна Украина зажурылася. Так, все, хватит петь. Надо дипломатию делать. Так, тут давайте возьмем. А, тысяча, если есть. Нам надо верфь именно, а тут если есть университет. Ну давайте. Что-то я вот это не прочитал. Тут верфь, по-моему, была, да. Не обратил внимания на это. Так, тут продолжаем. Тоже рок-группы. Так, тут. Давайте на театралочку. Так, чудеса природы. Или нету на театралке? Вроде же был, да, вот музыкальный... Нет. В национальных парках. Ладно, мне больше вот эти единицы туризма нравятся, поэтому я, наверное, все-таки на Space Rock и на... Блин, а что-то я ту не переименовал. Какие у нас там еще есть украинские группы? Ну, время истекло, они же распались, да? А, блин. Это я всем, ребята, рекомендую. Татали, это вообще моя любимая украинская группа. Забыл. И любимая песня, наверное, «Изотоп». Ярко светит изотоп. Пиу-пиу. После нас, бля, хоть потоп. Пиу-пиу. Так вообще и мене обрыд... не знаю, не буду говорить еще. Забанят. Так, улавливание углерода. Блин, я, по-моему, был штраф минус 10 за выбросы СО2, стал 8. Хотя вообще, что тут у нас по СО2? Ну, я, кстати, даже не самый первый здесь. Короче, бережем неньку планету. Так, какая там еще у нас группа?
Ну, не знаю, Танок на Майдане Кон... Давайте Скрябина вспомним. Почтим память. Тоже прикольный чувак был. Так, в Галифаксе все обработано. Тут уже вот эту еще клетку можно, да? 2, 3, да. Еще вот тут можно... Так, оказание помощи я должен победить, очевидно. Всемирная выставка, тут мы тоже далеко впереди. Так, доктрину умной силы открываем. Интересно, а что там в социальных политиках будущего? Там, по-моему, послов дают... Блин, я вот не помню, надо будет сейчас глянуть. Мы откроем, и откроется эта фигня. Можно, кстати, будет карточку... Пожалуй, убрать сейчас. Я еще, может, пару рокеров куплю. Так, 6 ходов до сессии. Доминирующая религия в Бразилии – буддизм. Да что там? Кри не имется. Что он этот буддизм свой вонючий распространяет? Если меня смотрят буддисты, конечно, извините. Это он только в этой игре вонючий. Так-то нормальный. Успешное ракетостроение сорвали. Зашибись. Космопорт даже не думаю строить. Вот 4 единицы мирового влияния в ход можно поставить. Так, мы победили, 2 очка дипломатической победы. По-моему, и 100 единиц мирового влияния тоже дали. Так, тут нанимаем художника. Да, 50 мирового влияния, губернаторский титул. Ну, не знаю, мне информационная война неинтересна. Давайте общество будущего постоянно. Так, купим рок-группу еще. А, 1100. Ну, ладно, я сменю все равно карточку. Плюс 4 мирового влияния. Мне это важнее. Потому что, ну, культуру мы тут не победим. Чисто, я тут чисто по приколу. Группу использую. Так, и бумбокс повысился, отлично. Так, эти у нас в кампусах, если есть универ, а он тут есть. А, мы его как раз не назвали рок-группу никак. Джинсовые ксилофоны. Какие у нас там еще? Ну, давайте Танок на Майдане Конго. Эх, хреново отыграли. Так, нейтрализовать губернатора, срыв ракетостроения. Давайте беспорядок. Потому что на своей территории мне не нужны шпионы. Так, художественный музей. О, есть вот тут. Дальше. Скрябин у нас на морские курорты и гавани. Ну что, только там одна верфь у бразильца. Вот еще. Ну, в общем, пока сюда перемещаемся. Следующим ходом просто тут сыграем. Так, этот у нас на кампусы. Так, где-то у нас тут морские были. Две штучки вон там сверху. Ладно, пошли по морским.
Так, здесь кого-нибудь с узерением? Нет. Хотя у меня 7 послов, подождите, 7 послов. Может, во-первых, рапану и давайте до 6 доведем. Канди, Ватикан. Пять послов. Могу вот сюда Наску засоюзить. 4 посла Буэнос-Айрес. И 4 посла... Давайте на Ланду лучше. А все, смотрите, уже нету минуса от CO2. Короче, надо проект Манхэттен делать, я думаю. Центр водных видов спорта в Сан-Паулу. Что-то затапливает все. Ну, бразилец, вон, я вижу, смог плотины построить. А что затапливает? То ацтека... Ацтек нифига не построил. И Кри нифига не построил. Никаких плотин. Только Бразилия успела. Так, бумбокс. На аквапарк прокачаем. У нас там вон есть дальше аквапарк. Давайте попробуем. Или мы даже в гавани сначала этим проведем. Вот сюда. Так, музыкант есть. Этот у нас на гавани Скрябин. Отлично, я в Скрябине не сомневался. Наверное, продолжу пока чисто деньги тырить. Дождемся, что тут космопорт отремонтируют, его снова сломаем тогда. Так, еще один. Не заметил, что у нас тут еще гора есть. Что-то нам... Что мы везде построили? Блин, а как мне проверить, везде ли у меня построены эти? Как его? Просто города... Блин, как их называют? Центры вещания. Просто города перещелкивать. А, вот, пожалуйста, вам в Виндзоре нету центра вещания. Просто куплю. Ну, давайте ускорение. Не, на источники поищем. Кстати, надо было ускорение, наверное, там брать, а не деньги тырить. Мне ж по науке осталось-то чуть-чуть. Так, давайте Манхэттен. Построим. Наверное, везде исследовательские гранты, потому что улавливание мы уже благополучно выполнили. Уже нету ми... А, пошел опять штраф от выбросов СО2. Хм. Так, в кампусе. Камерман занеж... Да не, ладно. Ну, оригинальный, да, это про них, конечно. Блин, я на хамерм... На ХЗВ...
питал надежды, так сказать. Первая в мире подводная археологическая экспедиция обнаружила мумию. Как она под водой сохранилась, блин. Бред какой. Подводная мумия. Нет, серьезно. Блин, а вот на сетевой скорости уже бы все, всех великих людей разобрали. Вот все-таки на стандартной немножко логичнее все вещи работают. В любом случае. Ух ты, что это за... Проводит культурный захват вашей территории. Это... Это вот это? Ах ты писюн. Это за счет промышленной зоны. У нее явно этот... Как его, великий... инженер был. Губернаторский титул и 50 единиц мирового влияния. Ну, мы тут продолжаем. Естественно, общество будущего. Так, губернаторский титул кого качнем? Кстати, надо рабочих, вот всякие ветроэлектростанции еще поделать. Дать, наверное, Магнуса. Блин, а нам реально больше уже и некуда этого музыканта. Хотя я еще не все города проверил. Так, центр вещания есть. Тут просто нету театралки. Есть центр вещания. Есть, 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 есть. Везде есть, блин. Все, музыканты у нас лишние получаются. А, смотрите, не везде бразилец построил, вон у него все тонет. Вообще-то. Уровень возьмем. Эти варваров свиток. Ну, свиток я представляю. Хотя тоже... Не особо. Наверное, если он только на этом, на глиняной табличке как-то сделан. Реально надо исследовательские гранты чисто читать, потому что... О, с Монтесумой и с Педро истек союз. Культурный... С ацтеком. Религиозный. Так, ни у кого там купить редкие ресурсы не, нет? Нету. Так, хорошо, давайте продадим тогда, во-первых, лошадей. У нас сотня. Уже никому не нужная. Во-вторых, ну, железо можно, кстати, продать. Так, селитра. Уголь. Чисто бразилец почему-то покупает. Остальным... Ну, остальные тоже хотят, но мало и платят мало. Не хочу им продавать алюминий. России продадим алюминий и ацтекам, я думаю.
Нефть. А вот нефть нам надо купить, наоборот. Только Россия теперь продает. Странно, почему я максимум куплю. Так, ну у меня уже плюс 6, то есть у меня всего лишь минус 2 будет уходить нефть. До сих пор еще проплыв тут не открылся. Кстати, довольно медленно получается тают льды-то. В сетевой игре уже бы все потаяло. Все-таки у них некоторые вещи до сих пор не сбалансированы по скорости. Так, на Ланду перекупили и Антананариву. Ну, Антананариву нам реально дохрена дает. Ага, я уже не смогу Антананариву обратно перекупить. Композиты продвинулись. Это я украл, видимо. Знаете, кстати, открывать то, что у нас ускорено в первую очередь. Кстати, это, кстати, тоже негде использовать уже. Может, мне театралку где-нибудь построить? Где у нас? В каком городе нету театралки реально? Хм, только в Торонто, в котором, собственно, ее и невозможно построить. Ладно. Но я все равно правильно покупал эти... шедевры, просто потому что это быстрее культуру и туризм давало. Так, этот у нас на гавани. Так, бумбокс, второй концерт, легенды рока. Всемирную выставку тоже я победил. Так, фестиваль на Театральной площади. А, ну тут больше нечего проводить. Ну ладно, давайте. Так, давайте я пока рабочего построю. Мне даже шпион не особо хочется. И гипс, все, мы уже максимум. Леша, гипсокартон. Все построил. Давайте в Торонто. Давайте в море. Опять же, бессмысленно, потому что 30% кстати, это здание, которое я все построил уже. Просто все нафиг построено. Кампус. На плюс один. Наверное, есть смысл кампуса построить в тех городах, где их нету. Давайте. Ты у паундмейкера. Большие головы строю здесь, потому что они как раз на вот этой вулканической почве больше культуры дают. И они туризм еще тоже дают, между прочим. Так что, возможно, имело смысл их раньше строить. Но опять же, я не знаю, где бы их можно было построить. Но вообще вот эти каменные головы немного туризма дают. Они же еще друг на дружку влияют. Так, сколько у нас осталось до сессии? Два хода. Не, наверное, один сейчас будет, да? Очень я сомневаюсь, что я сейчас могу победить этой сессии. То есть мне сейчас дали опять одно очко, да?
Одно очко, 100 очков великих людей всех. Ускорение социального института. Не знаю, я тут ничего не менял. Просто все зашибись. И у меня дипломатии 17. А, слушайте, а может я и победю, кстати? А если не победю, ну я хотя бы 2 очка точно получу, и мне 1 очко достанется эту открыть где-то. Как тут улетание? Нанотехнологии. Ну, если... Блин, так, сейчас надо будет поставить. Так, эта фигня нам не нужна. У вас джунглей вообще нету. А почему тут нельзя построить Моаи? Извините. А, они, по-моему, только на побережье и... Подожди, надо глянуть. Дают культуре из 2 соседних. Так, так, так. Можно построить на равнинах и лугах с холмами или без, а также на вулканической почве. А, нельзя на пустыне просто строить. То есть вот тут как бы тоже пустыня, да, но тут вулканическая почва. Именно на пустыне нельзя строить. Ладно, мы здесь построим еще один. Не страшно. И Скрябин отлично выступил. Так, что у нас здесь? В результате проведения концерта 40 единиц лояльности дает золото в размере 20... Ну, такое... О, религия игрока. А вот эту возьмем, религиозный рок. Чтоб в Сан-Паулу наша религия стала. Зашибись. Ты у нас бумбок стал религиозным роком. Поменяли направление, ребята. Нету смысла брать диверсию на космопорте, потому что сейчас изменятся политики. И эта фигня уже не сработает. Не будет плюс 2. Плюс 2 уровней. Все на какое-то время работает. Видите, опять нету минуса от CO2. Потом опять возвращается. Бондмейкером союз вернем. Так, я так понимаю, что продавать голоса опять никто не хочет, да? Жаль. И лошадь. Наконец-то лошадей никто не покупает. Закончились цыгане на карте. Так, селитра, уголь, наверное, можно, если много кто-то предложит. 24, не, маловато. Не хочу тогда. Так, ну с городами там понятно у нас. Так. Сейчас будет голосование. К сожалению, небольшой хинт, если вы близки к победе в дипломатии, я вам прям 100% скажу, что за вас, против вас будут голосовать. Чтобы вы потеряли 2 очка. Поэтому нам надо будет самим сейчас голосовать за то же самое. Блин, ну только все получается, нам... Чего-то одного не хватает, и нам бы какой... Короче, что сейчас будет вообще? Спортивные игры будут, интересно.
Ну вот, они проголосуют, что я теряю 2 очка, поэтому я вам рекомендую тоже за себя вот в этом случае голосовать. Нам не хватит голосов это перебить, несмотря на то, что у нас 2000. Просто вот покажу. Плюс мы максимум можем 20 голосов. Я там уверен, будет больше намного. Так что против себя. Мы как бы, считайте, потеряем не 2 очка, а 1. Здесь, ну, возможно, они за кампус будут голосовать. А вот тут кто претензии? С кем самые плохие отношения у всех? Вот, по Чекутек у нас вряд ли американец, вряд ли инк, даже вряд ли ацтек, вряд ли майя. Ну, то есть я сравниваю с Почекутек. Ну, вот Почекутек вообще весь красный. Бразилец, ну, не так много, как с Почекутеком. Блин, и Вавилон тоже. Но у Почекутек еще и война сейчас идет с двумя. Короче, я думаю, что 100% претензий по Чекутеку будет почему-то. Ну, блин, тоже не угадаешь. Я, конечно, волью какое-то количество голосов. А вот здесь в кампус побольше. Как-нибудь вот так. Ну, смотрим. Блин, проблема в том, что я могу еще одно очко получить. И мне нужен какой-то кризис. То есть еще как минимум 30 ходов получается. Да, смотрите, все прошло как и есть. Как я и предсказал, по Чекутеку проголосовали. Против по Чекутеку, имею в виду. Блин. И в итоге у меня 2 очков не хватает. Блин, в прошлом бы голосовании я за себя голосовал. То есть 30 ходов до сессии. Плюс я открою тут 1 очко. Мне нужен какой-то кризис. Ну, блин, и кризис тоже 30 очков, 30 ходов длится. Дает озарение 3 случайных технологий эпохи атома или информационной. Надо ли мне это? Раз, да, кстати, нормально. Лазеры, скрытности, нанотехнология. Так. Композитор, заодно геотермальную энергию сможем использовать. Давайте-ка рабочих куплю еще одного. У нас тут несколько геотермалочек есть. А, блин, вот тебе и рабочий уже появился. Ну-ка. Эх. На 4-м концерте бумбокс. Но зато Сан-Паулу стал иудейским. В 10 клетках. Ну вот тут эти есть. Чудеса природы. В национальных парках и на клетках с чудесами природы. Ладно, сюда поедем тогда. Так. Ну, теперь не факт, что, конечно, мы успеем. Да. 1 очка, ведь и дипломатического не хватает. 1. Вообще, наверное, библиотеку купить просто надо. Да. И это из-за предыдущего голосования. Я там мог себе плюс 2 очка взять. Там бы против меня не голосовали. Потому что там 2 очка получил Кри. А не я потерял. Вот ошибка.
Античность, древний мир. Так, у меня тут где-то было, по-моему, на античность. Вот. Блин, опять Педро античность. Да елки-палки. Что-то с артефактами не сходится постоянно. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ну, 1/5 туризма только набил. Не знаю. Ну и, конечно, я тут главный сопротивленец чужой победе по туризму. Не знаю. Не верю, что тут можно было культурой, честно говоря, победить. Акад и Канди. Чуть меня стали ГГшки пересоюживать. No on one... Me don't like it. Честно, почему у нас к ацтеку больше? Но мне надо в Бразилию, потому что я получаю, опять же, напоминаю, от культурного союза очки великих людей постоянно. О, еще одна гора без этого. Так. Верфи. Ну, Скрябин жжет. Скрябин все еще жжет. Минус 9 уже отца. Ну, короче, это одномоментно, видите. Я думал, это постоянно как бы уменьшает, а тут одномоментно. Вот типа в этот ход только уменьшил, но оно того не стоит. Оно того не стоит. И Кри у меня играет концерты. Блин, а уран не накапливается, потому что меня Хатусу перекупили. Надо уран таки обработать, а то ж я ядерку не брошу. Минус 90 паундмейкеру этим ходом уйдет. Оплата за какие-то картины. Но мне уже некуда шедевры пихать. Поэтому я их и не покупаю. Так, в Йоханнесбурге у меня теперь послов немерено. Так, наверное, давайте вот эти геотермалки. Блин, никакого кризиса не появляется. Кстати, можно, наверное, скульптуры отключать. Нафига нам тут? Я уже скульптуры ничего не получу. Ну, то есть я постоянно вот эту социальные политики будущего открываю.
Но по-хорошему эти все прокачки нафиг нужны. Еще проверим, вдруг тут что-нибудь интересное еще не открылось. Так, в Торговой Республике ничего интересного. В капитализме. Вообще плюс 4 туризма. Давайте, наверное, торговый центр откроем. Ядерное это тоже. Коммунизм не интересно, фашизм не интересно. Информационная война. Кстати, могут эту карточку на себя поставить, но вернется межмировое влияние нафиг надо. Уже, по-хорошему, сейчас... Блин, улетят они или нет? Так, 7 ходов, и мне остался 2 очка. Так, а что у меня, кстати, на чем мне 2 очка заработать? На великих людях? It is obvious that while science is struggling to break the inherent vice of capitalism. Торговый центр, правда, у нас только один. В Ванкувере можно построить. А, нет, даже его... Подождите. А там, типа, выбираешь только? Либо торговый центр, либо... Нельзя строить... А, с продуктовым рынком, ясно. Хамурапи, косметику можно купить, хоть красивыми будем. Может, на ядерное топливо перейти по приколу. У меня только один... Ладно, у меня только один этот уран. А там, возможно, много будет, что мне на ядерку не хватит. Что пастбище пить? Давайте, наверное, про робототехнику пока пойдем. Фига себе, Скрябин, конечно, до сих пор. На коне. Ну что, может поставить карточку еще покупать? Что там? Там какая-то карточка на эти плюс 4 влияния вход. У меня столько этого влияния, что нафиг надо. Лучше рок-группы могут выбирать. А вот, кстати, общественное... Вот это ж можно убрать. Давайте сюда право прохода, а сюда вернем опять плюс 4 влияния. Нафига мне столько культуры? Общество будущего. Так, покупаем рок-группы.
Блин, сейчас бы еще вспомнить еще название украинских рок-групп. Я ж тут хотел рядом с этим кампусом этот построить, я вспомнил. Медресе. Чтобы на этих еще влияло. Так, подождите, у нас пока... Мы что-то в Золотой век пока все еще не вышли. Нам, кстати, шпион... А, ну вообще... В Торонто строил. Не в Торонто, в Ванкувере строил. Шпиона пятого. Ну, я, наверное, заберу Джейн Дрю. Следующий кто там? Да, это даже хуже. То же самое, но хуже дает. Интересно. Надо рок-группы обозвать. Господи, какие там названия украинских групп? Ладно, давайте, может, по сольным исполнителям пойдем. София Ротару. Она пела с гитарами тоже, эту Червону Руту. Кстати, она же в группе тогда как раз... Как группа-то называлась, где София Ротару выступала? Так, а эти больные призраки. Больные ублюдки, хочется назвать. А это будет... Ну, вот я не знаю, Underwood. Мы будем считать украинской группой? Они с Крыма? Посремся насчет Крыма как? Вы как? Готовы посраться по поводу Крыма? Давайте в Оттаве. На клетках с чудесами. Давайте на клетке с чудесами тогда. Вот в Анкарвате концерт проведем. Нормально. О, есть сорвать ракетостроение. Сделаем. В Оттаве проект Манхэттен готов. А ядерку что, 10 надо? 10. А вдруг кто уран продаст? Хотя я очень сомневаюсь. Во-первых, тут редкие ресурсы можно купить. Во-вторых, уран. Нет, никто не продает. Ладно, пока мы свои... Лошадей можно продать. Железо можно продать. Селитру продам. Так, нормально. Так, раз проект Манхэттен построен, продолжим исследовательские гранты, видимо. Хотя вот этот нам ученый на 100%... Ну, мы ее, наверное, заберем, чисто чтобы никому не досталось тогда.
строители, чтобы тут сейчас улучшать. Мы тут должны открыть всякие поселения. О, уже, кстати, Майя хочет. Но не буду дружбу с Майя заключать. И, наверное, с Вавилоном тоже не стоит, чтобы у меня была возможность в них ядерку бросить, если что. Так, пора апнуть каперы в подводные лодки и везти к этим ребятам. А, проект Манхэттен. За проект Манхэттен дали 2 очка. If you do not change direction... Распространил свою культуру среди ацтеков. Это первое, среди кого я распространил. Софоч, Софии Михайловне я не сомневался, короче. Так, Ундервуд у нас на кампусе. А вот Ундервуд, да. Блин, вот реально, как корабль назовешь, так он и сыграет. Надо как-то... Так, где мы тут еще не играли? На клетках с чудесами. Гавань и верфь. Гавань и верфь вообще везде, ну, в Бразилии, во всяком случае, отыграли. Чудеса где у нас еще? Вот чудеса. Прям в Бродвее. На Бродвее. Нормально. Всего 18, ладно. Возможно, тут зря покупал канализацию. Не знаю, чего они не начинают. Ну, Хамурапи-то открыл нанотехнологии. Техи. Странно, у меня, кстати, больше всех тех. Вильнюс. Блин, мне надо поставить все-таки карточку на плюс 4, наверное. Ну, а, так у меня стоит плюс 4 влияние. Ну что, у меня так мало послов, и у меня все ГГшки перекупают. Наверное, они специально чувствуют, что я именно оттуда дипломатические очки получаю. Ядерку можно уже. Ядерку я в Оттаве. Так, а что у нас вообще по производству? Блин, где у нас тут? Вот, прибыль. 120. Эдмонтон даже на первом месте по производству. Странно, написано, выступает на морских курортах и гаванях. Плюс 500 единиц туризма. Но для гавани есть модификатор на 1000 единиц туризма, это верфь. А для морского курорта его нету. Ну, типа, пускай был бы построен, что там, центр водных видов спорта. Почему не дать плюс 1000? Ну что, Скрябин? Ой, это уже 6-й концерт? Охренеть, высшего уровня.
Блин, Скрябин просто вообще рвет мир в лоскуты. В лоскутинке. Нафига мне тут с другой стороны уже военная академия? Ты, я бы вообще не строил эти районы, если бы это не у ацтека захватил. А все-таки, видите, немножко есть территории на планете, которую я не вижу. Боже, Майя столько тоннелей к Мапуче построила. А Мапуче с ацтеком закончили войну? Наверное, да. Бессмысленно повоевали. Майя теперь друзья с Мапуче торгуют через эти тоннели. I'll be back. Так, пастбище плюс еду. Убили шпиона моего. Так, ну чё тут? К боевой мощи. Тогда нанотехнологии открываем. Тут где-то техо, дающее дипломатическое очко победы. А давайте еще глянем, никто случайно продукты не сделал? Нет. Не знаю, не хочу я шпионов делать. Просто фигачим исследовательские гранты. Нам ядерный синтез лучше, чтобы проект Иви еще начать делать. Сказал, не хочу шпиона, и начал делать шпиона. Софиера Таро продолжает жечь. Так, Скрябин. Видите, еще чудеса вот есть. В котором мы не выступали. Блин. Скрябин, конечно, трындец. Просто жжет. Тут, смотрите, Кри 10 тысяч туризма набивает. Блин. Но у меня противник туризма бразилец. Слушайте, а может у него скупить все шедевры, чтобы у него меньше капал туризм? У него же
Вот как раз у бразильца туризма именно от шедевров идет. Мне их... Блин, но мне их не продадут, типа, мне их некуда пихать, вот в чем дело. То есть, по-хорошему, мне надо было изначально именно у бразильца все покупать, во. Как надо было делать... Так, уровень, ну давайте возьмем. Я думаю, мы на следующего раньше. Две случайные технологии. Пускай уровень вот этому линкору. Так, кто там у нас есть? Вообще, я помню, что такая была украинская группа Green Grey. Подождем, подождем. Подождем, воу-воу. Ну или «Иммигрант», у них известная песня. «Иммигрант увидел мир». На верфи. Боже, Скрябин. Скрябин. Да мне уже негде тут играть. Не, ну ладно, он работает еще на морских курортах. 500 даст, так что можно вот сюда еще. Или поехали к Ацтеку. Поехали к Ацтеку. Турне по Ацтеку проведем. Блин, а эти ребята улетать вообще собираются? Так, вот эти четверо уже под моей культурой. Я думаю, что... Петр тоже скоро станет. Мы в эпохе атома. Чё возьмем? Там, по-моему, уже можно будет сейчас этого взять. Робота, по-моему. I am a big proponent of how I never think of the future. Нет. Ну, шпионы точно мне не интересны, к оружию точно не интересны. Города с губернатором плюс 50% туризма от чудес света и 100% туризма во всех национальных парках. Ну, тоже такое. Чудеса света, у меня их не так много, прямо скажем. Как мне кажется. Плюс 50% от чудес. Ну, давайте глянем. Вот у нас... Туризм. А где карточка? А, блин. Это не моя территория. Так. В Ванкувере у нас нету губера. Вот в Торонто. Не так, чтобы тут много туризма было. Монреаль. Оттава. Ну, Оттава много даст. Ладно, давайте эту возьмем. Потому что, собственно, уже и пульс паровой машины такое. 1190 туризма. Следующим ходом обновится, видимо, инфа. С Лаутару и Почекутыком союза. О, не хочет. О, а что это инк не хочет со мной? И этот не хочет. Интересненько. А что это так все прекратили со мной хотеть дружить? А?
Подозрительно. Фига, у меня продвинутые города без канализации вообще. Срут себе на голову просто. Так, что дальше? Это все нанотехнологии должны открыть. Да, блин, Грин Грей, ну, вы мне нравились. Софочка тоже, блин, что-то музыка канадская приелась этим бразильцам. Надоели. Слишком хорош Скрябин просто. Слишком хорош Скрябин. То есть прошлым ходом он не хотел со мной дружбу заключать. То же самое касается Инка. Теперь они вдруг прозрели. Но на меня союзы тоже надо будет. Будем здесь всякие улучшения строить, когда откроем. Я не просто так рабочих делаю. Ладно, еще строителя. Блин, до сих пор кому-то лошади нужны, охренеть. Не, уголь пока не буду продавать. Ну чё, Скрябин? Обалдеть. Какой это уже 10-й, наверное, концерт. Сейчас еще и ацтеки, короче, без ума будут. От Скрябина. О, Хамурапи третий проект закончил. Фак. Так. Блин, я союзы забыл прошлым ходом. Вот морские поселения, давай. Вот видите, одно очко дипломатической победы. Морские поселения. Так, с Мапуче союз. Эти военные с ним. И с Инком союз. Такой остался экономический. А, он мне, чтобы я ему платил, ну фиг с тобой. Просто очки, все это очки дипломатические капают.
Два хода ждем, чтобы вот эти морские поселения строить. 11-й концерт Скрябина. Обалдеть. Просто машина. Просто машина, ребята. Музыкальная машина. Ну там и Укри какой-то вот этот, классические берега, какая-то группа, тоже уже нехило так наработала. Украли улучшенный искусственный интеллект, правда, без нам он нафиг не нужен, честно говоря. Ну, чтобы морские поселения украли. Так, вот это у нас через кибернетику, а это через умные материалы. Что одно, что другое, честно говоря, нафиг надо. Тут, по-моему, мне даже уже вообще ничего не интересно открывать будет. Так, а чудес тут нету, что ли, у Ацтека? Этой гавани, вон там какие-то есть чудеса сверху. Ну и так морские поселения у нас и так. А, давайте дамбу взорвем. Так, ну у нас ядерная атомная подводная лодка готова к запуску ядерных ракет. Осталось ракету достроить. Один ход. И начнем. И одно очко, блин. Эх. Вот одного очка не хватает, да? Так, морские поселения. Не, давайте так. Наверное, не успею я всех прокачать губернаторов. И 12-й концерт. Группа переживает на лучшие времена. Участники собираются выступать с сольными проектами. Все. Распался Скрябин. Но, честно говоря, он провел, мне кажется, отлично все концерты, и мы эту группу запомним надолго. Может, уже карточку эту поменять? А с другой стороны, на что? Что у нас тут еще есть? Золото, авианосцы, космические гонки. Ни хрена этого уже нам не надо.
50% туризма для цивилизации, которым вы проложили торговые пути. Ну, вообще, можно поставить. Наука не нужна. Культура не нужна. Других игроков по отношению к вашей снижается. Ладно, ставлю пока так. Так, у меня есть 5 послов, у меня тут что-то уже практически везде меня... Так, ну в Хатусу, наверное, не буду посылать. Ватикан, я сюзерен. Вот на Ланду, наверное... Нет, претендента на Нариву давайте. А, подождите, зачем нам столько культуры? Наверное, чтобы... Нет, давайте, чтобы просто бразилец не покупал, не получал столько культуры. Вот это логично. Ладно, пока не будем. Всего один посол остался. А почему не могу? Их рядом, что ли, нельзя строить? Понял. Ой, как бы королева Вавилон не получил. Но он умные материалы не открыл. Слава богу. Сейчас надо где-то еще ядерку строить. Блин, там 20 тысяч с половиной. Вот эта рок-группа «Классические берега», они еще круче Скрябина, короче, гастролируют. А, не назвали. Блин, надо как-то все-таки серьезно назвать. Говорящие ведра. Кто там у нас победил на Евровидении-то? Калуш. Или Калуш, правильно. Так, все, это заявка. Да, блин. Фак. А я им прокачку... Нет, вроде давал я им прокачку. И тут два. Можно построить. Вот это я еще хочу посмотреть. Вот это умные материалы, понятно. А, вот тут, по-моему, должны быть... А, нет, береговая электростанция здесь у нас.
Ну, у меня с электричеством, думаю, все нормально. Так. Антонина Дворжака. Забираем. Кстати, Бразилия вон тоже общество будущего исследует. То есть Бразилия тоже все по культуре полностью исследовала. Так что тут туризмом хрен победишь против него. Так, что у нас по науке? Умные материалы Хаммурапи все еще нет. У нас 13 ходов до победы, считайте. Может, мне по приколу расформировать, ну, кроме подводных лодок, все юниты. Может, кто-нибудь меня осудит и нападет? Вообще без армии будем. Только музыканты, писатели и художники. Так, все? Так, где тут посмотреть? Вот еще мушкетеры у нас. Все, две атомные подводные лодки. Одна готова в Россию кидать атомку, другая в ту цивилизацию, которая будет улетать. Как только я увижу, что Вавилон начинает последний проект, я кину в тот космопорт, где он его делает. Это будет видно, кстати. Там такая, как бы, ракета будет изображена. То есть вы реально можете на карте видеть, где происходит за. Вот это вот просто космопорты. Кстати, надо посмотреть, кто-нибудь проекты сейчас сделает. Я вам просто покажу тогда. Ну, мало ли кто-то не знает. Кибернетику открыли. Что-то у нас тут последнее было. Силовые ячейки. Выбросы от юнитов снижаются. Нафиг надо. Я все юниты, которые давали... Ну, давайте... Береговую электростанцию откроем. Тут наймем эту ученую, чтобы она никому не досталась. Королева кто взял, вот меня интересует. Русский, нормально.
Блин, ну мне, короче, 12 ходов посидеть. Я думаю, что... имеет смысл для вас пропустить, потому что я просто больше ничего не буду делать здесь. Просто... я даже, наверное, прекращу сейчас эти читать исследовательские гранты, просто ядерки начну строить, знаете, Канада сходит с ума, и прежде чем дипломатически победить, кинет во всех них ядерки. Так что тут вы ничего не потеряете, если пропустим эти 10 ходов. Просто сэкономлю ваше время. Да, я вам обещал показать, как выглядит космопорт, на котором проект проходит. Вот Почекуток сейчас второй проект делает. И очень хорошо видно рядом космопорт, на котором ничего не происходит, и космопорт, который как раз делает проект. То есть город Альянтайтамбо делает второй проект по улету у инков. Поэтому вот на него можно бросать. Либо на него, тут вообще получится и на него, и на город. Смотрите, очередной прикол развития от компа. Майя исследовали умные материалы. Это значит, что они вот здесь. Они даже не только здесь, они еще вот этот, последнюю технологию будущего исследовали. Но при этом не открыли нанотехнологию, которая вот здесь. Да, без нанотехнологии вполне можно открыть умные материалы. Поэтому Майя победить не может. Бред? Бред. Несомненный бред. Короче, ребята, у нас появился вообще даже казус белли кидать ядерки. Российский шпион пытался завербовать партизан в городе Ванкувер. Ну, так сказать, сделать Ванкуверскую народную республику вот здесь. Так что очевидно, что Россия заслуживает получить в лицо термояд. А, 20 урана требуется. Ладно, подождем. Я хочу именно термоядерку. Посмотрим, у нас уже 4 ядерки есть и 6 ходов до сейва. Давайте, когда 4 хода будет, я начну тогда бросать ядерки, окей? Ну что ж, 4 хода до сессии. Я думаю, надо продемонстрировать миру всю глубину моих дипломатических талантов. Проверю, что он в союзе с Мапуче. И я в союзе с Мапуче, то есть Мапуче мне войну не объявит. Значит так. А, блин. Ребята, я опять забыл, что... Фак. Да. Ладно, короче, ядерки мы не побросаем. Забыл же способность Канады. Точно. Надо было осуждать раньше. Блин, я опять в Россию не брошу ядерку. Что за фигня? Я так хотел, чтобы мне в комментариях написали: а вот ты против войны, а сам в игре ядерки в Россию хочешь бросать? Что это такое? Ты лицемер! Ух ты, украли Ромео и Джульетту. Оба трупа украли из Ванкувера. И Ромео, и Джульетты. Ну что, остается один ход до сессии, я так понимаю... До победы, ну там вообще надо еще угадать, за что мы голосовать будем. Так, вообще пофигу, что. Вообще, Shift-End, да. Вообще, смотрите, полностью прокачаны до последнего третьего уровня. Ну, конечно, не полностью, тут еще вот эти уровни. Но я такого у меня не был, что прям до третьего, до низа все были губернаторы хоть раз прокачаны. Это все благодаря обществу будущего. Благодаря тому, что мы это открывали постоянно. Ладно, Shift-Enter нажимаю, давайте голосовать. Вообще, 266 год, ну, что будет, 267 ход, это считайте 133-й, 134-й ход на сетевой скорости. Вряд ли я думаю, что на сетевой скорости возможно так быстро победить дипломатически. Кроме того, я тупанул в позапрошлом голосовании, и на самом деле я мог бы победить еще в прошлом голосовании, если бы не... Ну, не в прошлом, я бы не победил в прошлом, у меня было бы 19 голосов, и я бы победил, получив последний голос, открыв нужную технологию. Так, ну тут 100% они почему-то всегда за ближний бой голосуют. Так, теряет 2 очка дипломатической победы, это я. Всемирные игры вообще никак не влияют.
производство увеличивается на 100 или на 50. Так, я думаю, компьютеры хотят улететь. Наверное, они будут снижать. Ну, что-то на... Я думаю, запуск межпланетной экспедиции. Ну, даже если не за это, я сейчас туда волью кучу своих голосов, короче. А вот за эти два... Нам надо один голос, короче. Значит, чтобы вот эти прошли... 15. Вот так. Тут у меня отнимут. Ну, давайте смотреть. Опять компьютер странно улетал. Нехотя абсолютно. Я вот поэтому и говорю, что научная победа просто самая быстрая. Она не такая муторная, как даже вот дипломатическая. Вот видите, сейчас я сидел лишние ходы, сколько-то ждал. Любая победа, кроме научной, в шестерке сделана муторно, по моему скромному мнению. Можете меня переубедить. Просто научная самая... Есть! Угадали все-таки. Научная самая... Ну, даже интересная самая. Может быть, вам она не нравится, что вы часто видите, но по-хорошему она самая интересная. Дипломатическую опять видят, что кто-то побеждает дипломатически, начинают с ним воевать. Культурную и религиозную слишком легко ограничить. Да и какие-то странные, ну, лишние движения сделать. Вот если бы культурная без туризма была, а чисто культура, вот почему для науки вам же не нужно что-то еще? Наука, которая там трансформируется во что-то. А тут, получается, у вас культура трансформируется в туризм, и только этим вы можете победить. Ну и Канада, конечно. Канада, оказывается, одна из легчайших цивилизаций для игры против божества, потому что на тебя просто не нападают, вот и все. И ты сидишь, именно что домики строишь. Так что я вам рекомендую тем, кто боится на высоком уровне сложности играть, начните с Канады. Там самая сложность, как мне кажется, именно что на вас нападают. А тут этого не было. Ну и, конечно, вот эта заточенность Канады на дипломатические очки. Я помню, никогда столько дипломатических очков ни в ход, ни накапливалось вообще в любой другой варианте. Ну и кто параллельно со мной играл, кто тоже с первого хода играл на моей карте, расскажите, как у вас прошли дела и как вы эту карту прошли. Все-таки я думаю, что против компа надо на сетевой скорости играть. Как-то на стандартной... Не знаю, ощущение, что попроще почему-то. Может, опять же, потому что я за Канаду играл. Если бы война была. Ну, и опять, места достаточно. Не знаю, как они там Корею убили. Может, все-таки... Блин, но играть с Beta Balance Start с компом, там... Слишком тепличные условия получаются. С компом лучше без бета-баланс-старта играть. А вот. Просто Канада слишком легкая, потому что на нее не нападают, вот и все. Надо все-таки выбирать какие-то более агрессивные цивилизации, как мне кажется. Но зато вот интересно, дипломатическую победу поиграли, когда еще такое будет. Мне, например, в конце просто уже скучно было. То есть тут никакого челленджа сделать дипломатическую победу нет. В некотором смысле даже, мне кажется, посложнее религиозное и туристическое, просто потому что вам надо кучу микроконтроля делать. В дипломатической даже этого не надо. Но вот такая партия получилась. Ваши впечатления, как всегда, в комментариях жду. Еще раз напоминаю, напишите, как вы проходили ее вот этим сейвом первого хода. Если вы не знали, что мы проходим вместе, то вернитесь к первой серии. Там в прикрепленном комментарии в описании есть ссылка на первый ход. Пожалуйста, сыграйте вместе со мной. На этом все. Играйте в умные игры. Спасибо, что смотрели. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.